Ну и к другим темам. Каково это – выпускать газету под артобстрелом? В гости к телеканалу ЛРТ приехали журналисты и главные редакторы СМИ Донецка и Луганска. Кроме телевидения, они также посетили местное радио и редакцию Люберецкой панорамы. Попасть в Россию удалось благодаря содействию русского центра в Донецке. Экскурсию на ЛРТ провела генеральный директор телеканала Екатерина Дегтярева. Гости увидели, как создаются сюжеты в отделе монтажа, пообщались с ведущей новостей в студии, заглянули в дикторскую кабину. Ну а главное впечатление на журналистов из Новороссии произвела святая святых телевидения – аппаратное вещание. Очень познавательно было. В моем понимании, это высокий профессиональный уровень технический. Я не оценщик этого дела, поймите. Мне просто было приятно, что молодой коллектив, у которого, горят глаза, может быть, не так сказано, неправильно будет, а виден профессиональный подход к делу. Да? Издавать газеты под артобстрелом, выезжать на линию фронта, разделять горе людей, которые лишились крова. Это сложно, порой страшно. Но, говорят журналисты Донецка, в республике возрождается старая добрая журналистика, принцип которой «не навреди». Там люди появились. Там появились просто живые люди, коммунальщики, которые восстанавливают. Это работники ЖЭКа, это врачи, это учителя, которые приходят. Это вот те же рассказы о тех же военных ребят, о людях. Человек у нас появился. Журналисты приехали из Новороссии не с пустыми руками. Подарили ЛРТ свежий выпуск газеты «Донецкое время». В ответ получили сувенир на память, кружку с логотипом ЛРТ. Но обмен подарками на этой встрече, конечно, не главное. Люди, где бы они жили, на какой территории, они всегда остаются людьми, и они сами, зайдя к нам, сказали, что им приятно общаться с людьми, которые их приветливо встречают, которые улыбаются, потому что им вот это позитивное настроение необходимо, и хорошую энергетику они получат именно там, где их рады видеть. В России донецкие и луганские газетчики пробыли 3 дня. Кроме люберецких СМИ, они посетили Центральный дом журналиста и МГУ. Наталья Григорьева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.